если можно, через Санкт-Петербург в Ильев. Проходите. Здесь нельзя направлять? Ну, вообще нельзя. Кстати, Санкт-Петербург. Так ты заправляешь? Да, Петербург. Мы находимся в пресс-центре саммита G20 в Стрельне. В этом огромном зале могут одновременно работать более 700 журналистов. Всего же их аккредитовано на саммите 1800 с лишним человек. Этой работы не только по продолжению работы, по-моему.